Между тем, тема проезда больших грузов по российским дорогам является одной из проблемных. Специалисты считают, что перегруженность автотранспорта – главная причина разрушения дорожного полотна. По словам министра транспорта области, ежегодно десятки километров асфальта приходят в негодность именно из-за больших грузов, наполненных сверх нормы. На сегодняшний день тяжеломеры ездят в основном по Ершовскому, Пугачевскому, Ивантеевскому, Новобуратскому и Красноармейскому направлениям. И лишь в последнем есть пункт для взвешивания многотонных автомобилей. По словам министра, наш регион примет участие во всероссийской акции «На дорогу без перегруза», целью которой является сохранение автомобильных дорог. В ее рамках будут установлены два дополнительных поста взвешивания многотонного транспорта. Новые пункты планируют установить в Марксовском и Советском районах. Стоимость одного из них оценивается в 90 миллионов рублей. Но чиновники нашли способ удешевить проект. Мы обратились в ОВД области и будем использовать те посты ГИБДД, инфраструктуру, которые там имеются. Естественно, проект будет удешевлен до 16-18 миллионов. Сейчас в федеральном законодательстве разрабатываются поправки в закон о 12-тонниках, согласно которому для транспорта, масса которого превышает 12 тонн, будет установлено платное передвижение по российским дорогам. Предполагается, что часть собираемых средств пойдет на создание и поддержание этой инфраструктуры.